Ребят, всем привет. Всем привет. У нас опять наступило лето. Вчера был небольшой дождик. И мы по многочисленным просьбам расскажем сегодня о грузовиках. Особо много стоянок не осталось на зеленом углу. Вот это вот самая большая стоянка грузовиков, которая есть. Ну и вот сейчас расскажем, что здесь продается. И что сколько стоит. Давайте начнем с бортовых грузовиков. Вот стоит перед нами Isuzu Elf. Написано кастом, я так понимаю, такая-то комплектация. Да? Стоит автомобиль, грузовик 1 670 000. Значит, 13-й год, без пробега, полная пошлина, по тесту можно. ГЛОНАСС ок, ГЛОНАСС есть грузоподъемность, 3000 килограмм, широкобазный. Двухскатный, огромный кузов. На коробке автомобиль. Дальше стоит Isuzu Elf, тоже бортовой грузовик, 1 370 000, 13-й год, полная пошлина, ГЛОНАСС установлен, 3 литра, дизель, 4 воды, отключается, грузоподъемность 200 килограмм, категория С, вот 200 килограмм, 2000 килограмм, категория С. Ну, закрыты машины, сейчас дождемся продавцов, попросим открыть автомобили. Ну и попросим более подробненько про них рассказать. Дюна, 1500 килограмм, тоже закрыто, 15-й год, 2 литра бензин, грузоподъемность 1500 килограмм, как я уже говорил, категория Б, 1 490 000. Еще одна дюна, 14-й год, 1 470 000, 3 литра дизель, грузоподъемность 1500 килограмм, категория Б. Здесь у него вот крепления какие-то предусмотрены. В этом есть, в этом такого нету. UIS, односкатные рессоры, двухкабинник, 14-й год, таможня, все автомобили таможенные, грузоподъемность 1500 килограмм, 1 370 000. Вот еще один двухкабинник UIS, 10-й год, 3 литра дизель, 4 воды, механика, на коробке он, 1 470 000. Зимняя резина, односкатный. Состояние посмотрим по низу. Еще одна дюна, тоже односкатная. Летняя резина, тоже автомобиль на коробке. 1 470 000. 1500 килограмм. Категория Б. Так, далее, смотрите, стоит Isuzu Elf. А что это такое у нас? Рельно-крановая машина, грузоподъемность 3000 килограмм. 2 570 000, 2000 года, написано, без пробега, 3000, хороший автобур, без пробега, полная пошлина, таможенная, регистрация в ГИБДД, без проблем, мотор простой, надежный, нет электро, нет турбо, установка может работать как от основного, так и дополнительного мотора, это позволит экономить топливо и ресурс основного двигателя. Шнек выходит на третьем вылете. Нестандартные аут-триггеры, высокие. Возможно, доставка до места отправки. Даже смотрите, вот с телевизором. Кубатура 4600. Вот датчики какие-то, температура, масло. Это вроде как моточасы или обороты.
Люлька, не люлька, да, место водителя. Не водителя, а бурильщика. Ну, блин, я хотел сюда присесть. Присесть у нас не получится, там лужа. Вот. Все закрыто. А далее, смотрите, стоит крановая установка. Крановая установка 2004 год. Попытаемся, конечно, поближе подойти, рассмотреть, что там написано. 25 тонн, цена, к сожалению, не указана. Ну, как бы такой уже потрепанный, конечно, кран. Пишите в комментариях, как вы думаете, сколько стоит. Конечно, он здоровый, очень здоровый. Аккумуляторы огромные стоят. Сейчас я его вокруг обойду. Попытаемся залезть в него. Да, еще бы знать, с какой стороны и куда залазить. Посмотрите на меня сейчас, вот я к нему подхожу, и на кран. Но он реально, он просто огромный. Закрытый он. Так, ладно, слазим. Так, рядом стоит кантер, кран, бортовой грузовик с аппарелью. С аппарелью. Цена не указана у нас здесь. Запасное колесо, смотрите, практически, да не практически, оно новое. Оно в пупырышках, еще ни разу не пользовалось. Не использовалось. Toyota Duna, ревка, 12 год, минус 30, 4 литра, больше ничего не указано. Еще одна Duna, тоже ревка. Так, 14 год, судя по всему, тоже 4-литровая. Toyo Ice, тоже ревка. Ценника нет. Ну, тут есть какие-то надписи, да, но уже прочитать не могу. Я вижу, что ГЛОНАСС установлен. На коробке. Тоже на коробке. Грузоподъемность 2000 килограмм. 2000 килограмм, тоже 2 тонны. Так, вон дальше тоже крановые установки стоят. Ну, я так понимаю, они то ли с пробегом, то ли нет. Ну, вот здесь подсказать ничего не могу.
Да и здесь, в принципе, тоже. То есть сложно что-то сказать. Самосвал. Самосвал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять колес на автомобиле. Какой-то японец. Я так понимаю, 90-й год, 16 литров. Фуса Митсубиси. Цена не указана здесь. Получится у меня залезть, да не получится. Опа! Посмотреть. А далее, значит, смотрите, ревки, Toyota Duna, 12 год, минус 34 литра, трехтонная, трехтонная. Так, вот что-то цены у нас куда-то делись, цены. Дальше Фуса 13 год, 4 миллиона 200 тысяч, полная пошлина, 7,5 литров, турбо, грузоподъемность 5000 тонн, пульт ДУ. А, так, лежит даже аукционик, ребят, пробег 273 тысячи километров. Это у нас бортовой грузовик с крановой установкой. Давайте посмотрим состояние рамы. Огромные грузовики, посмотрите, они реально здоровые. Так, еще один, но получается 6750, да, это 5-тонник, то есть вот этот он покороче будет. Неудобно, то есть работа идет, в плане продавцы занятые. Занятые. В следующий раз обязательно сделаем, уже с продавцами они более подробно расскажут про каждый автомобиль. Сейчас единственное попросим какую-нибудь машину открыть, посмотреть по салону. На 14 год 5000, грузоподъемность, ГЛОНАСС есть, 3 миллиона 750 тысяч. Далее Isuzu L в 15 год, ревка плюс-минус 30, перегородка, трехтонник, аукционник есть, 3,5 балла, пробег 112 тысяч на автомобиле. Сам кузов у него открытый, в смысле не кабина, а кузов, то есть открывается сбоку дверь, вот она, перегородка, ну и соответственно сзади. Трехтонник. Так, не вижу рев. Я так понимаю, это ревка стоит. Да, это тоже ревка, но, допустим, вот этот он как-то пониже, да, вот этот идет повыше. 13 год, тоже эльф, 1 миллион 950 тысяч, тоже плюс-минус 30, перегородка, камера заднего хода установлена. Камера заднего хода вида, конечно, не помешает на таких автомобилях. Так, смотрите, стоит Nissan UD, да, но это Nissan дизель, то есть переименовали, переделали, 2 миллиона 590 тысяч, автомобиль 2013 года, 5-тонник, камера заднего вида, рессорный. Состояние двигателя. Какие стали ставить двигателя сюда? Стали ставить европейские двигателя, то есть стали мудрить, ну, грубо говоря, филонить. 4,6 объем, ой, 4,7 объем. А если брать вон Isuzu, Fusa, у них объем двигателя 6,4, 7,5. Здесь получается стоит 4,7 турбо, но уже не та мощность,
как бы едет, но ресурс этого двигателя... Короче, уже не тот. Лучшего, да. Я так понимаю, это у нас стоит бабочка. Рядом стоит Isuzu Forward, 12-й год, минус 30, грузоподъемность 5 тонн, 2 миллиона 600 тысяч. Систему мочевины добавили в нее. Да, это именно экология. Нет. Сбоку, то есть у нас дверь. Здесь у нас получается, я, если честно, не понимаю, что это такое. Какая-то аппарель выдвижная, наверное. Это японцы, что только не придумают. Молодцы японцы. Так, ладно, смотрим, что у нас рядом стоит. Тоже грузовик. Ну, естественно, это грузовик. Что ж это еще может быть? Сзади двухскатный ящик для хранения, бензобак слева. Вот это то ли линка, то ли рычаг какой, обратите внимание, да? Открыть надо, что ли, все-таки. Вот он, открытый. Отлично. Значит, сейчас посмотрим. 13-й год, Isuzu Forward, 2 миллиона 650 тысяч он стоит. Давайте посмотрим, что у нас внутри происходит. Так, здесь, я так понимаю, стекло, вот эта форточка как-то должна открываться. Дверная карта у нас пластик, колонка, подъемник, электроподъемник, пепельница. Сидушки обычные у нас тряпочные. Смотрите, вот, ребята, обратите внимание, да, как в автомобиле чисто. То есть вот я коврик резиновый поднимаю, а здесь у нас просто чистота. Я, вы знаете, даже я не поленюсь, я разуюсь, я не буду пачкать и залезу. Вот здесь у нас верхний бардачок, вот это у нас не бардачок, не знаю, что это. Посмотрите, сколько здесь места, да, то есть два человека, водитель, пассажир. Здесь у нас просто нереально огромный подлокотник, какие-то ниши такие. Документация на автомобиль. Здесь большой бардачок. Кнопка ГЛОНАСС установлена. Автомобиль на коробке. А здесь у нас большая люстра. Вот это вот, не знаю, зачем это сделано. Ручка. Давайте сейчас залезем со стороны водителя. Посмотрим, что у нас там. Ага, а здесь он закрытый, да? Вот с той стороны открылся, а с этой стороны нет. Сейчас мы откроем его. Опа! Я думаю, откроем. Здесь у нас идет регулировка. Так, куда оно ездит, получается, у нас это спинка, это вот, видите, спина. Здесь вверх-вниз, ну, естественно, вперед-назад. Вот это вот, это мы сейчас узнаем, что это за пульт идет, пульт управления. Разъем ОБД есть, то есть автомобиль можно подключить к сканеру. Смотрите, да, какая чистота в автомобиле. Вот такой поручень мощный. Как-то вот, знаете, не было бы, да, тут за что браться, только если за руль. За руль это неудобно. Ладно, опять я разуюсь. Почувствуем себя
водителем грузовика. Ну, что я могу сказать? Шикарно, шикарно, удобно. Обзорность, она просто великолепная. Вот мониторчик, я так понимаю, сюда вводится камера заднего вида. Зеркало заднего вида слева, оно должно регулироваться. А вот круглое зеркало, видите? Ну, круглое зеркало, оно смотрит на морду. Вот с правой стороны зеркала заднего вида, в принципе, охват офигенный. Видно, видите, да, вот от начала двери видно крышу, видно низ, ну и видно саму будку. Здесь сверху тоже бардачок у нас. Вот это солнцезащитный козырек. Руль сам, коробка, ручник, где положено. Ну, обычная печка, да, климат-контроля здесь нету. Спидометр у нас на 160, туманки, бензобак, температура двигателя, подогрев, я так понимаю. Вот это вот стекло, вот зачем, да, стекла здесь делаются? Ну, я так понимаю, для света, а может и не для света, не знаю для чего. Ой, глушитель хотел сказать, огнетушитель на своем месте, где положено. Ладно, выходим. Коробка, кстати, шестиступенчатая. Так, сейчас я пойду узнаю, что это за пульт. А, ну вот как раз таки вот этот пульт получается вот. Так, не понял я. Вот загадка-то, а. Сейчас пойду узнавать. Mitsubishi Fuso 2 695 000. Ревка. Сиденья даже такие, смотрите, комбинированные. Спальник. Запаска новая. Тонн грузоподъемность. Вот просто огромный стоит. Сейчас подойдем к нему. С правой стороны тоже 5-тонник. Вот какая-то тоже аппарель выдвижная. Так, напоминаю, Fuso 2 695 000. А вот стоите, смотрите, Mercedes. Цены здесь нету. Он просто огромный. А Хина 97 год, без пробега, 13 кубиков. Стрела 5 колен, 5 тонн, ZF-505, длина 14 метров, длина кузова. Так, длина, я так понимаю, стрелы 14 метров, длина кузова 9 метров, ширина 2,4. Два топливных бака, все колеса. А расчет за машину возможен после оформления. Закрыто. Лестница такая, подняться можно. Это на управление крановой установкой. Смотрите, какие мощные рессоры. Воровайка, да? Да, сложно по городу на таких автомобилях ездить. На здоровых. Так, смотрите, значит, подсказали нам, да, что это за рычаг, это управление пневмом подвески, она сзади. То есть вот он сам рычаг, вон они стоят, подушки. Можно отрегулировать кузов, да, либо где-то на погрузку подъехали, то есть под аппарель там еще под что-нибудь подстроились, либо кочку куда-то.
где-то переехать. Короче говоря, полезная штука, очень полезная. И когда ставишь его в нейтральное положение, да, и получается, ты поехал, то есть он сам встает, назовем это в походное, да, в рабочее положение, и ты смело едешь. Давайте еще посмотрим вот такого плана грузовики, да, то есть крытые фургоны. 15-й год, без пробега. Ну, понятно, что без пробега, я уже говорил, 4 литра, 3 тонны, ГЛОНАСС. ГЛОНАСС есть, 1 миллион 560 тысяч. Это крепление чего-то, я так понимаю, двери задней. Он высокий, вот в этом ряду это самый высокий грузовик. Эти 3 тонны. Также запаска, подножка. Toyo Ice. Так, это у нас получается двухскатный, это тоже у нас двухскатный. А здесь вот хромом такие вот, видите, хромом обделано. Здесь, здесь. Здесь защита тоже, я так понимаю, чтобы не ржавело ничего. Бак, сам глушитель автомобиля рессорный. Естественно, он идет у нас рамный. Рамный сбоку дверь. Сбоку дверь тоже закрытый. Зеркало, нижнее зеркало. Автомобиль на коробке. На коробке. Турбо, 4 ВД с кнопки. 1 миллион 695. Тысяч. Сверху вот такого плана спойлер для, наверное, для лучшей обтекаемости. Блок конвертер, преобразователь 24-12 вольт. Далее, значит, Atlas, Nissan Atlas. Так, это получается у нас ревка, да, ревка минус 30, категория B, 3 литра дизель, 4 ВД, плюс понижена 1 миллион 565 тысяч. Туманка. Давайте, наверное, снизу заглянем, что-то не заглядывали еще, что там с ними происходит. Закрыто, сбоку дверь у нас движная идет. Еще один Toyo Ice. Toyo Ice, двухскатная летняя резина. Резина, смотрите, новая стоит. Запаска, запаска. Что тут у нас еще есть? Ничего у нас тут больше нету. Закрыто он. Так, как он открывается? С какой стороны? О, открыто он. Так, открываем. Осторожно. Здесь шторка такая, перегородка. Ну, клево, клево, что сказать. Закрываем. Сбоку тоже идет дверь. Так, ну вот это у нас старичок, наверное, какой-то стоит, такой немножко уже подржавел. Резина лысоватая. Двухкабинник, закрытый. Даже цена не написана на нем. Эльф. Вот он еще один эльф, 1 миллион 400 тысяч, камера заднего хода, ревка минус 30, ГЛОНАСС, ОК, категория Б. Пойдемте найдем, где у него там стоит камера заднего вида. Сбоку тоже дверь. Запаска новая. Рама целая. И посмотрите, ребята, в каком состоянии рама, в каком состоянии болты на раме. Рессоры. Двускатный. Где у него тут спрятали камеру заднего вида? Что-то я даже не вижу, где она. Вот она, наверху. Я так и думал, что ее наверх устанавливают. Тоже она, смотрите, в таком в чехольчике, да? В модном. Ладно, Toyo Ice 4 ВД, односкатный, односкатный. Зимняя резина. Коробка, светлый салон.
160 на спидометре, 6000, по-моему, оборотов. Аукционный лист есть, 1500 килограмм, 2 литра бензин, категория Б, у нас есть. 4 балла, 112 тысяч пробегу по кузову, автомобиль целый. Вот стоит Дюна, тоже бортовой грузовик, двухскатный, 1 550 000, 14 год, грузоподъемность 3000 килограмм, турбо 4 литра. И вот стоит монстр Дюна, сейчас посмотрим поподробнее его. Закрыто. Монстр двухскатный на таких огромных колесах. Мостовой 4 ВД, 2 миллиона 180 тысяч на крыше. Смотрите, установлен даже багажник. Тоже закрытого. Рессоры. В таком грузовике можно много чего увезти, то есть и раз-два получается, сколько с задним местом, 3, наверное, не знаю, сколько там мест, но туда человек 5, блин, точно влезет. Вещи в багажник, вещи на крышу и в путь. 2 180 000. Toyota Дюна, ревка, минус 30, двухтонная, 4 литра. 4 литра, ценник не указан. А еще одна Дюна, 4 литра, ревка минус 30, 4 ВД, цена тоже не указана. А вот еще одна, 12 год, двигатель 4 литра, 150 лошадиных сил, ревка минус 30, в будке вентилируемый пол, холодный 404 фреон, сеть размера 3x3, 1.7 на 1.8. Тоже 4 литра. Так, а вот чуть дальше экскаватор. Вот это я не знаю, что это такое. То есть либо сыпучие какие-то грузы, да, там, не знаю, муку там перевозить какую-нибудь, либо льючие грузы. Isuzu Giga. Ничего не указано. Ничего. Напишите в комментариях, что это такое. Я вижу, там какая-то установка, внутри много-много проводов. Он закрытый, наверное. Да, закрытый. То есть вот здесь тоже, если честно, не знаю, что там может скрываться. А нет, открыто здесь. Насосы какие-то датчики, куча шлангов. Вот здесь тоже. Закрываем, сейчас все ящики пооткрываем. Вот тоже шланги какие-то поступают здесь. Схема чего-то. Ну, я в этом не понимаю. Про легковой автомобиль, да, там спросите. Вот здесь что-то как-то сложно все это дело. Ничего тут у нас нет. Там пауки какие-то ползают. Как он у нас открывается, ящик этот? Просто не знаю, как он открывается у нас. Тоже ящик с нержавейки, из нержавейки. Пять тонн Isuzu. Так, ну это что-то пробежное стоит, очень огромное. Вот есть еще небольшие грузовички. Давайте, наверное, несколько заснимем. Так, это у нас Mazda Bongo. Mazda Bongo, цена не указана. Еще одна Бонга, 14 год, 1.8, 765 тысяч. Статистика, камера заднего вида, тентованный бортовой грузовик. Следующая Бонга, 12 год, 4 ВД, 815 тысяч. Отличное состояние, лежит аукционный лист. Пробег 112 тысяч на автомобиле. Кузов 2.8, раздатка, коробка. Следующая Бонга, тоже тентованный грузовик, 910 тысяч, стоил 890, скинули 1.8, бензин, 4 воды, раздатка, коробка, понижена, тент, категория Б на автомобиле. Еще один 13 год, 1.8, АТМ Супер, 2 ВД, одинаковые колеса, камера, кузов 2.8, 617 тысяч стоит автомобиль. Так, экскаватор стоит вот с таким, с огромным ковшом. Тут тоже никаких надписей нету.
Смотрите, ребят, если понравится видео, да, если будут просмотры, мы обязательно сюда вернемся, обязательно, прямо в ближайшее время, если вы этого захотите. И нам подробно менеджеры, уже продавцы все расскажут про вот эти грузовики там в мельчайших подробностях. Как бы пишите в комментариях, что вы хотите услышать, что вы хотите знать. Что-то я хожу вокруг него. Ага, все закрыто. Все закрыто здесь у нас. Посмотрите, какой он огромный. Камацу. Mitsubishi Canter Custom, я так понимаю, это пробежный автомобиль, 1 320 000, самосвал, 6-й год, полная поршня, не конструктор, 4.2, мотор простой, грузоподъемность 3000 кг, поднимает на 3 стороны. Хромированы такие колпаки, зеркала. Здесь кузов, высота кузова увеличена. Три тонны. Не помню, ценник назвал, не назвал. Один миллион 320 000. Ну вот, друзья, показали вам грузовики. Саша вам обо всем рассказал. Я только вставки вставляю. Ну, в будущем, думаю, также буду рассказывать об автомобилях. Если понравилось рассказ о грузовиках, в следующий раз мы придем, откроем машинки. Человек, которым здесь руководит, сказал, поможет. Откроем, посмотрим, как внутри. Откроем двигателя, откроем им кабины. Ну и будем рассказывать более подробно. Поэтому хотите подробностей? Смотрим, ставим лайки и подписываемся. На сегодня все. Всем пока. Всем пока.